The sponsor for this episode is the ophthalmologist Dr. Rubinchik. Dr. Rubinchik helped us a lot, and now we can see each other. And she's Russian. Поспели груши в саду у дяди Вани. У дяди Вани в саду поспели груши. Но оказалось, что это баклажаны. И мы их жарим, и мы их парим. Приветствуем вас, дорогие друзья, с новым выпуском «Админ Кук-Офф». И тема сегодняшнего шоу – баклажан. Какой баклажан? Ты еще скажи поребрик. Поребрененькие. У меня сегодня баклажан с дымком, будет как икра, с чесночок, понюхай, ростед, чеснок, шишито пепперс. У нас какие сегодня какие пепперс? Шишито! Не ругайся на камеру. Вот это блюдо, которое я сейчас приготовлю, это просто, это блюдо, я не знаю, его можно съесть с тарелкой, с ложкой, с вилкой, со сверткой, не заметить. Самое сложное в этом деле порезать этот маленький хорузенький баклажанчик веером. В принципе, это все. Сейчас мы их ставим в духовку минут на 30-35. Они должны стать такие красивые, зажаренные, румяные, с пылу жару. В общем, они должны быть готовы, они должны быть росты. Я обожаю баклажаны, ну синенькие, конечно. Баклажаны это вот. Я из них могу приготовить что-то 10 блюд. Но недавно я обнаружила для себя обалденно вкусное блюдо. Делается быстро, легко, и оно такое вкусное. Это надо попробовать. Песня называется «Если у вас нету гриля, то вам не поджарить эггплант». Значит, вы его просто заворачиваете в фольгу, heavy duty, и кладете на конфорку. Это уже, как вы понимаете, наши баклажанчики, которые я вытащила из фольги, и они вспотели, пропотели после бани. А это, как вы понимаете, нарезанная кинза. The sponsor for this episode is the ophthalmologist Dr. Rubinchik. Dr. Rubinchik helped us a lot, and now we can see each other. And she's Russian. Norma! Печеный чеснок. Самый лучший секретный ингредиент. Никому не показывайте. Никому не показывайте. Никому. Принесла с собой. Я делаю на самом деле, это Nutritional Yeast, но я туда кладу еще, я его усугубляю, да. Так что это для, всегда я кладу в вегетарианские блюда. Для того, чтобы вермишель стала мягкой, ее нужно сварить. Паприка, потому что она везде. Немножечко кайенского перца, потому что нужно расцветить нашу жизнь. И немножечко испанских специй. Я переложила готовые синенькие. Вот они какие румяные, красивые. Молчи. Пробуем макарончики, потому что по всем правилам они должны быть на зубок, они не должны быть переваренные. В старые добрые времена по толку. Эля,
После этого все дальше очень просто. Это соус. Мы его кладем на сковороду. Немножечко разбавляем заранее отлитым бульончиком из вареных макарон. Если вы не думали, что это блюдо, так это блюдо. The sponsor for this episode is the ophthalmologist Dr. Rubinchik. Dr. Rubinchik helped us a lot, and now we can see each other. And she's Russian. У меня был такой пост у нас в группе, как синенькие превращаются в зелененькие. Вот все секреты раскрыты. Они полежали в холодильнике пару часов и замариновались. Все, макароны готовы. Кстати, вы можете их назвать макароны по-флотски, вегетарианский стиль. Потому что смотрите, как выглядит. Прямо как макароны по-флотски. Впервые в итальянской кухне японские перцы. Кто зажигает рубиновые звезды? Я зажигаю рубиновые звезды на баклажанах. Дорогие друзья, сегодня наши со Светой кулинарные извращения будет судить чрезвычайный посол Республики Доминикана в Америке Виктор Перес. Виктор, ко мне. Hola. Hola. Привет. Hola. Привет. Привет. So, you just arrived. You don't know who cooked what. Okay. And please eat. Please eat, try and judge us. It tastes very good. It is pasta. I think it needs just a little bit of salt, that's about it. And now I'm going to try the next. This is also tastes very good. If I'm hungry, I'm going to go for this one. Okay, but if I'm not that hungry, I'll like this one, so... Okay, you want to know who cooked what? That was mine. And that's obviously one of mine. Okay, well, I'll tell you something. To me, it is a tie because they're both great. So it's yay! Thank you. Another tie. Another tie again. High five. Thank you.